О, мой любимый сервер. Ах, как я тебя люблю, Фейспанч 1. Пью. Бомжара. Побежали со мной быстрее. Не понял. Они все с калашами, даже этот тип паучанки. Серьезно? Давайте мы с вами договоримся, как бы я сейчас по-тихому уматываю отсюда, а потом возвращаюсь сюда. С хирками. Беги, беги, там три калашиста, дурак! Меня-то за что бить? А что если я отстроюсь возле какого-нибудь клана? И если вы смотрите мои ролики, то вы уже, наверное, поняли то, что это тот же самый сервер, где я отстраивал свой отель. Спустя несколько недель я решил на него вернуться и посмотреть, что изменилось. Там какой-то город стоит или что? В магазинчике неподалеку продавались двушки за 50 скрапа. И это был, в принципе, изи старт. А вообще, я хотел бы вам напомнить, не забывайте ставить лайкосы. Вы этим самым помогаете мне продвигаться. Не знаю почему, я думаю, будет желтая. Я решил немножечко поднять скрабчика. И увидев там два топ-сетчика, решил с ними затрейдиться на патроны. Окей, бро. Can you give me ammo, please? For... Окей? Yeah, boy! На ютубе показывать эту крутилку нельзя, но скрабчик я смог поднять. One scrap per one bullet. Затрейдился с ребятами на патроны и пошел покупать ЛР-ку. Это был изи старт. Блин, или лучше доберет. Ну ладно, что поделать. ЛР-ка это неплохо. Дома у меня не было, и лут приходилось прятать в смолстэше. Блин, там три типа идут. Главное не привлекать внимания. Не понял. В смысле он уже по мне стреляет? Не понял. Пока, ребят. Эх, а ведь когда-то стоял тут мой отель. Ой, какой классный домик, он мне что-то напоминает. Я даже не знаю что. Походу кто-то здесь отстроится и выбурит его. Первоначальный домик был отстроен, и я побежал на поиски, фармил. И сейчас главное было не сломать ноги и не наткнуться на киберспортсмена. Давай, добей меня, и ты отлетаешь в бан. Теперь вопрос. Его забанили практически мгновенно. Он убил еще какого-то типа здесь? Возможно. Возможно. Я могу найти его тело. О. О! О! Don't kill me, man, please. Take, take. Окей, да не буду я тебя убивать, миссы. Держи. Что? 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 Боже мой, я тебя встретил! Ты просто красавчик, зять. Ну ты застраивайся быстрее, потому что читак бегает. Хорошо, хорошо.
Ну вот зачем ты прибежал к моему дому? Ну скажи мне, ну вот что в твоей... Что творится в твоей голове? М? Теперь я хаваю твою тыкву, которую ты фармил. На, кушай. О, привет, еще один читак. No. I'm naked, bro. Nice. Не, это не читак. Я буду за ним бегать, пока его не забанят. Yes, this is my body, my friend. Nice, yes, Spider-Man, this is you, my friend. Spider-Man, you my hero. Читака этого так и не забанили. Я услышал взрывы и решил сбегать туда голеньким, посмотреть, кто рейдит. Ой, за шо? Я четверых убил там. Чего? Начало было у меня пушечным. Я решил немножечко обустроить свой домик и выйти из игры. Буквально на несколько часов. Зайдя буквально через пару часов, я увидел, что моего домика больше нет. И нужно было мне стартовать с самого начала. Уж. Жаль, что мой домик, конечно, зарейдили, но с этим ничего не поделать, можно заново стартовать. Вот кто зарейдил, это уже интересный вопрос. Но дверки тут деревянные. И они гниют, все остальное вроде бы нет. Ух ты, ну вот этот бункер мне вообще нравится. Я хочу его выбурить. Самая главная задача у меня была, это фарм скрапа, так как мне нужно было купить 8 буров. Пиу! И ты держи. Братец. Ой, блин, что-то я с вас ору жестко. Да я сегодня в ударе. You fucking cheater, man. Понятно.
Это был очередной читачок. Но его настигла мгновенная карма, и забанили его мгновенно. Здравствуйте, уважаемый, а что мы тут перерабатываем, не подскажете? Эй, лысая башка. Здорово. Привет. Как дела? Тебе попало. Слушай, я тут нашел секретный потайной бункер, короче, какого-то типа. Он не гниет уже 4 дня. И я хочу его пробурить. Как думаешь, это реально сделать? В принципе, реально, но у меня столько скрапа нет, честно говоря. Я только недавно себе третий верстак ставил. Третий верстак? Но, однако, у меня 4000 пороха. Не, с ачелями там невыгодно на самом деле. Смотри, я знаю два бункера. Вот знаешь, вот, которые я бункера строю, через крышу открываются. Вот я нашел таких два. В одном из них живут три типа, а в другом он просто стоит 4 дня уже, он МВК полностью и не гниет. Немного поболтав с этим пареньком, мы отправились фармить скраб, чтобы исполнить нашу цель. И я наткнулся на интересненький домик, где были открыты двери. Как я мог туда не залезть, правильно? Ух ты. Понял. И как мне показалось, раз там стояли гантрапы заряженные, значит там был лут. Слушай, ну мне кажется, там что-то есть. О май гад! О-хо-хо-хо! Чувак! Вот она, постанова моей мечты! Стой, назад уйди. Изи. Фух. Ну мне нравится этот дом, слушай. Пушка? Самое главное это, что никто сейчас нас не выселит. Тут камни миллион. Это была новая территория для меня в этом вайпе. И я побежал знакомиться с моими соседями. Ты чё меня так пугаешь? Он строится? Что так много типов тут бегает, я не пойму. Ты что, дядь, тебе прикол бомжей убивать? Я не думал, что ты бомж. Походу я себе врагов нажил только что. Я взял все компоненты, которые у меня были, и побежал перерабатывать, так как я хотел побыстрее выбурить тот бункер. Как бы мне теперь со всеми этими бурами добежать до моего старого домика, который зарейдили? Потому что, ну, бежать домой сюда, потом отсюда сюда, вообще нет варианта. Мне нужно бежать сразу к моему дому. Класс. Где-то тут был мой топовый домик. Ё-моё, он подгнил немного.
И вот я наконец-то добрался до этого бункера и был готов его выбурить. И это занятие было ну уж очень долгим. И я позвал Илюху. AKA тюремщик. AKA фермер. AKA бурильщик 2000. От такого предложения он был просто в восторге. Как думаешь, чем мы будем заниматься? Нет, чувак. Надо. Восемь буров. Опять работа. Так, сейчас 500 хп ровно. Давай засечем, сколько мы за один заход выбиваем хп. Ну да, так и есть, 70. Я его буром сейчас выбрать, наверное, смогу. Их двое, убегай, 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 убегай. Я, наверное, не смогу. За... Блин. Убил одного. Ты жив? Да, я жив, убегаю, у меня 5 блидинг и 3 хп. Кит, он часто в чате отписывает. Меня убили! Да! Хана в вашей хате. У меня 2 бура есть, но они сломаны в хлам, почти. Так, я на месте. Я буду у них под хатой сидеть, а ты там будешь спокойней. Чел, чел, чел. Нет там, говоришь, ничего. Чел, сколько гаражек, сколько дверей. Отойди, дай я посмотрю. Там шкаф, чел. Нет там, говорит, ничего. Чел. Давай быстро это переносим домой, ну, и ломаем шкаф. Быстро переносим шкаф, да-да-да. Контри, иди, контри. МВК двери. Тут огнемет есть. Ну сейчас, сори, тут 35 секунд еще. На, тогда вот это забери. Пойду шкаф помад. Давай, аккуратненько. Знаешь, сишку на твой шкаф накинули. О, их бахнули, слышь? Угу. Тех типов бахнули, которых я хотел. Пойду их убью. А где хата твоя, дружок? 8x на болте. Да. Потому что не я даже рейдил. Да. Это меня напугал. Сколько хп? 20. Посмотри туда! Подожди, чел, мне нужно это забрать. Да там всего 30 МВК будет. Я домой! Ты видел, сколько скрапа? Я видел, сколько скрапа, чувак! Бежим! Пока мы переносили весь основной лот в другой дом, нас зарейдили. Это нас бахнули. Вопрос, а кто это сделал? Короче, скраб ты тут не найдешь, я улетаю на ТП. Не переживай, тут неделя до вайпа осталась. Чизи, ты сейчас реально увидишь, как можно на уф
офф сервере улететь на ТП. Да, да, давай, Вася. О, обезьяны! Смотри, эти бичи еще не перетащили отсюда вот. У них и вот здесь в кибитке, короче, и в том доме. Но я не знаю, может они в эту кибитку перетащили. Не ссы. Он в один городок. Тролль, выключи. Выключил, тролль. Прекращайте. Я все заспаунил. Я все заспаунил. Честно, я все заспаунил. Что ты заспаунил? Это все не надо, пожалуйста. Ну все, скраб все заспаунил. Так, убивай. Я убил его. Он все выкинул, слышишь? Короче, пойдем, я покажу их дом. Пойдем за мной. Включает что-то. Девочки, тук-тук. Девочки, вашей хаты скоро не будет. Как я уже говорил, весь основной лут я перенес в другой дом. Перенес почти все, кроме пушек и скрапа. Но тут разбушевались мои соседи, и они постоянно бегали и смотрели на мой домик. Хотели его выселить. Две лестницы. Две надо? Да. Но у меня две. Я прям могу сюда сейчас поставить. Ну, надо кирочку разъебать, переходник, который... Ждем? Мне кажется, он снизу выходить будет. Но он теперь, походу, не выйдет. Там гантрап, да? Нет гантрапов. Открывает гаражку. Хорош. Тут еще гаражка. Убил? Ну, 5 секунд, он мне 2 патрона дал. Меня убили, там все открыто. Чувак. И в этот момент я полностью понял строение их дома. И понял, кого я буду рейдить. Очень скоро. Спустя несколько часов фарма мы вернулись к их домику, уже заряженные и с ракетами. Надо, да, спал. Над камер. Мы готовились к рейду, стояли ждали рассвета, как вдруг появился он. Меня убили! Что? Вас тоже? Это он на метров 10-15 сейчас просто убил меня. Он всех убил? Да. Ой, блин. Нам просто повезло, что его забанили мгновенно. Отлично, смолстэш, он не раскапывал смолстэш? И сишки он забрал, пушка. Смотри, там ткани есть? Сломал его. Найс, да? Игра вообще пушка? Да, нормально. С крыши, да? Ну да, сверху. Тут гантрапов вроде бы не было у них. Да, нету. Так. Все. Оу-ля, смотри. Металл, 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 МВК. МВК. Найс. А, что? Найс. Ты же далеко был. 4 метра, да. Не, ну, типа ты за потолком был, и я стреляю сюда, и я через потолок. Так, смотри. Блин, у них дерьмовые лутовые на самом деле. Но мне кажется, вон туда надо дальше, смотри. Где МБК, вон туда. Найс, пацан в АФК сидит. Дружище, у тебя тут хату рейдит, проснись. Открой гаражку. Скимиджи сейчас. Найс. Минус, минус один. Сера, сера плавилась. Она фул забита. Нет. Не все печки на серу, но уже, по-моему, нормально. А, у меня почти ящик сера.
Че, я могу 70 челей накинуть? Я думаю, тут проще ракетами даже. А мы уже через него выпадем. Я не уверен, что нас выпустят сейчас. Они далеко нет, я понял. Да я двоих уже положил. Шина, возьми тогда вот это, я пойду сбегаю за ракет. Ну, серый тут уже нормально привалило на самом деле. Походу мы потеряем этого АФКшника. Давай я его отгоню, подожди. Давай. Сейчас я его отгоню, чтобы его не убить. Вот топ-сеты летят теперь с РПГшкой. С РПГшкой? Да, бежит один. Блин, я не знаю, как сейчас смотришь на это. Потому что тут спальник был как ориентир. Серьезно, как ты живешь? Тебе смертный, блядь. Убил. К нам лез. Он стоит АФК до сих пор. А ему пофиг вообще. Ору. Сколько там? Я могу граником добить. 56,8. Давай граником. Шкаф. Разрывные есть. Компонентов миллиард. Чек-чек-чек. Давай нижний. Ого, это окуп! Серый слева, я сейчас сверху. Это окуп! Ого! Ломаем шкаф. Ну, такое в шкафу на самом деле. Сколько? Три ящика у нас металла. Все, подойдите к нему. Блин, как я орус. Можете еще маски снять. Так, держите, это вам. А это надо ему оставить. Где бы ему оставить? Подожди. Слушай, мы можем положить его, короче, и отхилить потом. Только не стреляй, не стреляй. Надо солому заставить. Все, только не убивай, пускай у него это останется. Фотография на память. Весь Лутецкий мы перетащили. И остатки отдали бомжам-соседям. Окупились мы, так сказать, нехило. И были готовы взорвать наших обидчиков. Ну, можете сказать, что это окуп, как бы нормально было потрачено. Но к домику этих ребят мы, к сожалению, не успели. Нас кто-то опередил и их пробахали. Такое бывает. Да. Печально то, что этих ребят просто пробурили насквозь. И это сделал даже не я. А на самом деле я мог, потому что домик у них был изичный. О, шкафчик, привет. Колька хавал, нормально кушал домик. Неплохо. Понятненько. Этот домик у нас минус. Вот и сказочки конец. Кто досмотрел ролик, молодец. Спасибо всем большое за вашу поддержку. И жду лайкос, если вам ролик понравился. Всем пока.